Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, мы сегодня собраны здесь, чтобы прославлять нашего великого Бога за 62-ю годовщину нашего братства, которым вел Господь Бог, святой Бог, живой Бог, истинный Бог. Я прежде всего хочу поприветствовать их словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Мир вам! Vreau să salut pe toți cu cuvintele Domnului Iisus Hristos. Pace vouă! Pace! Братья и сестры, присаживайтесь, я буду говорить еще немножко, может быть, не совсем коротко, но и постараюсь покороче. Хочу, чтобы напомнить, что это 62-я годовщина, для нас это великая радость. Это великая радость. Читаю 125-й псалом, 2 стих. «Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над нами». Братья и сестры, уста полны веселья и язык пения. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над нами. Это было с израильским народом, но хочу сказать, это и с нашим братством. Наше братство воспевало славу Богу. Наше братство на самом деле было полно веселья, хотя прошло большими трудностями, тюрьмами, лагерями и остальными другими вопросами. Но они радовались, что Бог был с ними, наши первые проходцы. Тогда между народами говорили, что это за братство, что это такое. А сегодня хочу сказать, что еще больше говорят об этом братстве, что да, на истинном пути, на узком пути. И мы радуемся сегодня со всеми вами, и сегодня пришли сюда не для того, чтобы как-то славу присвоить себе. Нет и нет. Славу воздать Богу за такой путь, прекрасный путь, за такое братство, за тех, которые шли впереди нас. Это очень важно, это очень ценно. Читая Евреям, послание к Евреям, 13 глава, 7 стих, написано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Дорогие друзья, мы сегодня собрались, чтобы вспомнить тех, которые шли впереди нас и проповедовали Евангелие Святое, которое дошло и до нас. И мы должны также проповедовать это святое Евангелие. «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Да даст нам Бог силы, чтобы помнить, как шли наши отцы, как трудились, как проповедовали, какими гонениями, какими трудностями, но они остались верными Богу на узком пути. Да даст Бог нам эту милость, чтобы и мы шли этим путем узким, который достигает неба, потому что широкий путь ведет в погибели. Если вспомнить хотя бы некоторых, Геннадий Константинович Крючков, председатель братства дорогое, Михаил Иванович Хорев, который шел впереди нас, перед нами, и также много трудился, много страдал, Антонов, Миняков, Крапов, Батурин, Маркевич, Кушков, Костиченко и многие другие, которые шли. Они страдали, они были готовы всю жизнь сидеть в тюрьмах, только чтобы слышать, что на свободе церковь стоит в свободе Христовой. Братья и сестры, это должно быть и нашим девизом, хотя мы сегодня не в тюрьмах, хотя мы сегодня не страдаем, нас сегодня не судят, но мы должны за свободу церковь Христовую стоять, за истину Божию стоять, за семьи наши стоять, за молодежь, за деток стоять твердо, чтобы не поколебаться никогда ни в чем. Как хочется еще вспомнить стих: мы имеем великого Бога, который может защитить и благословить. Евангелие, послание к Евреям, 10 глава, написано так вот, братья и сестры, 10 глава, 21 стих. «Имея великого священника над Домом Божьим, мы должны этой верой идти вперед, взирая на него, как на начальника и совершителя веры, как шел Давид во имя Господа Бога Саваофа, и мы должны ничего не бояться, ничего не страшиться, потому что имеем великого священника». И он говорит:
да приступаем с искренним сердцем и с полной верою ко всякому служению, ко всякому труду. И когда мы приступаем с искренним сердцем, с полной верою, Бог благословляет нас и помогает нам. Как хочется, чтобы мы на самом деле были искренними христианами. Послание к Тимофею, первое написано так, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Как важно не потерпеть кораблекрушение в вере. А для этого нужна вера живая, а для этого нужна совесть чистая, а для этого нужно сердце чистое, чтобы Бог мог нас сохранить и благословить и помочь нам. Мы имеем этого великого Бога, великого священника. Мы имеем церковь, которую Бог создал и идет этим узким путем. Мы имеем в церкви детей, молодежь, хоры, оркестры, курсы библейские, благовестие. Слово Божие ценится в наших церквах. Молитва и пост ценятся в нашем братстве. Братья и сестры, и все это мы должны сохранить. И все это мы должны нести с радостью. Беречь молодой виноградник, молодое поколение, которое должно служить Господу после нашего отшествия. Пусть Бог благословит, чтобы все то, что оставили нам отцы, все это сохранить. Во всем этом подражать живому Богу и служить Ему. Мартин Лютер сказал примерно такие слова: «За истинную церковь и за нас, людей, всякий желающий быть частью истинной церкви, да пребывает в Слове, ибо все на нем стоит». Все стоит на Слове Божьем. Кто будет ценить, кто будет исследовать, кто будет вникать, кто будет исполнять Слово Божье, Бог благословит и будет хранить свое сердце чистым, и Бог не оставит и не забудет. Мартин Лютер сказал и за молитву. Братья и сестры, слово, молитва и пост, эти три вещи должно быть в нашей жизни на большом высоте. Молитва – это самое сильное оружие, которое имеет в своем распоряжении всякий человек. Братья и сестры, всякий человек в распоряжении имеет дух молитвы. И если мы будем молиться, если мы будем основываться на Слове Божьем, будем молиться, будем поститься, как Писание говорит, я думаю, что Бог будет на нашей стороне. И Откровение 3.11. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Братья и сестры, Бог говорит нам держать, хранить и никогда, никак не упустить что-то святое, что-то доброе. Но хочу сказать, что молитвы уже как-то остывают немножко в наших церквах. Если вспоминаем прошлое время, время гонений, какие горячие молитвы были. Как христиане постились, молились, как горячо все это было. Ну, не скажу, что сегодня нету этого, но по какой-то мере где-то остывает молитва. Хочется сказать всем, братья и сестры, да даст Бог нам силы, чтобы возгревать этот дар молитвы, возгревать этот дар изучать Писание, возгревать этот дар поститься каждую пятницу, а может быть еще какую-то среду, в котором постятся многие за своих деток, за свои семьи и за семьи братства. Пусть Бог благословит, чтобы мы могли все это сохранить, пока Господь Бог наш не придет. Ему слава за все. Аминь. Аминь. Вставши, попросим благословения.